Мы всегда начинаем изучать Великую Отечественную войну через сочинение «Война в истории моей семьи». И, по-моему, этим уже все сказано. Да? Настолько дети проникаются этой темой, понимают, что история семьи – это частичка истории большой страны. В 4-й гимназии это уже стало традицией не ограничиваться только учебниками при знакомстве с прошлым нашей Родины. В веке 20-м многие выпускники этого учреждения образования вписали свои имена в летопись страны. Частью истории Пензы и ее военного периода стало и само здание. Дети бойцов и командиров 61-й стрелковой дивизии здесь проходили обучение в этих стенах. Далее в годы Великой Отечественной войны располагался эвако-госпиталь, где спасали жизни нашим раненым бойцам. В знак благодарности за сохранение памяти представители регионального отделения поискового движения «Россия» решили передать гимназии копию знамени 61-й стрелковой дивизии, формировавшейся в основном из пензенцев. Акция прошла в рамках реализации президентского гранта «Помнить нельзя забыть». Это хорошая возможность рассказать современным детям о том, как жили их сверстники, как ждали они своих родителей с фронтовых полей, как получали их письма. Здесь работали также и жены бойцов 61-й стрелковой дивизии. Копия знамени боевой части займет почетное место в музее гимназии. В рамках патриотической акции прошла церемония чествования победителей онлайн-викторины. Она была посвящена начальному периоду Великой Отечественной и проводилась среди учащихся Пензенской области.